Із 24 червня в холі Дніпропетровської облдержадміністрації відкрили фотовиставку, присвячену танкам. Самі бійці зізнаються, що бойові машини стали для них запорукою більш-менш спокійного перебування в зоні АТО. Автор робіт Олександр Шульман матеріал для виставки збирав більше 2 років і в різних точках бойових дій. А самих робіт на виставці представлено більше 60. Фотографії зроблені теж в самих різних містах. И под Луганском, и под Донецком, и под Донецким аэропортом. На них изображены эти танки. Есть очень дорогая для меня фотография, это вышедший благодаря, там, в том числе нашей помощи, бронетранспортер 80-й аэромобильной бригады, из тех, что держали этот Луганский аэропорт до последнего. В общем, вот, помню слова сержанта, командира этой группы, который вышел на него, говорит, что после нас в Луганском аэропорту живых не осталось, там только танки. Вот здесь же фотографии танков моих друзей из 17-й танковой, из 92-й, из 93-й бригады. Как Сашка умеет снимать технику и танки, так никто не умеет фотографировать. То есть у него получается передать именно вот ту душу этой большой машины, да, за которую боролись абсолютно все подразделения, абсолютно на всех блокпостах в начале войны. Потому что наличие танка на блокпосту обеспечило тихий сон и спокойствие украинским военным, потому что если до этого танка не было, то их, скажем так, кошмарили, да, различного рода недоброжелательные элементы со всех сторон. Выставка продлится до тех пор, пока все не надоест. Вот. В дальнейшем она просто очень красиво вписалась в антураж Центра помощи СНКВ АТО, и она в следующее переедет в Диораму, где будет для большего широкого круга зрителей. І хоча головні герої світлин все-таки танки з лагідними іменами «Ведмедик», «Чайка», «Барсик», тощо, на виставці були присутні і бійці-танкісти, які ділилися своїми історіями, які Олександр зафіксував на фото. Моєго танка немає, але є танк, який ми захватили, як би, трофейний танк. Такий був бой танковий, доволі напряжений. Тобто нам взагалі сообщили, що в нашу сторону йде 15 єдиниць бронетехніки. Не думали, что как-то там, что удастся вообще выскочить отсюда из такого боя живым. Один танк мы подбили, но подбили не сильно. Экипаж контузило. Они вылезли из танка, мы не стали их добивать, подождали, они ушли. Мы потом